Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня с вами занятие по медитации. Пыталась сделать в прямом эфире, два раза не получилось, потому что все срывается, и, в общем, так не помедитируешь. Записала отдельно, думаю, что тогда же лучше, будет лучше качество, и, в общем, вам должно понравиться. Для тех, кто не слышал, медитацию написала сама, вдохновилась теми отзывами, которые мне написали. Мне очень радостно, что хотя бы несколько человек это сделали, и им стало спокойнее. Поэтому дальше буду делать то же самое на французском, и чтобы больше людей могло участвовать, написала медитацию для уровня А2. И вот полный текст в этой медитации мы сейчас с вами посмотрим. Вы можете его несколько раз прочесть, чтобы все понять максимально, и дальше уже ее сделать. Медитация на любовь. Мне кажется, нам всего этого не хватает, даже вот по отношению ко всем. Вот, по отношению к себе, чтобы мы себя тоже не ругали лишний раз, потому что это все равно нам не прибавляет сил и мотивации. И нам сейчас это нужно, потому что нам нужно держаться. Так что только про любовь. Настройтесь, пожалуйста, найдите спокойное место. И давайте сейчас посмотрим. Первое, я говорю «respire», и вы должны, вот, например, когда дышите, понимать, что я там могу, например, сделать какие-то паузы, чтобы вас ничего не смущало. То есть там будет прям музыка идти. Дальше. «Prenez conscience de tout votre corps». Осознайте все ваше тело. И дальше перечисляю вот все наши части тела, и вам как раз-таки это повторение нашего словаря. Многие фразы тут из прошлых наших медитаций, из двух. Так вот, votre tête, ваша голова, votre couche, votre poitrine, грудь, votre ventre, живот, vos jambes, ноги, vos genoux, колени, vos pieds, стопы. И дальше, votre ventre est doux, ваш живот мягкий, le corps est sans tension. Тело без напряжения. И вот вы вот себе говорите, у меня ничего не напрягается. Вот когда называю часть тела, вы ее пытаетесь расслабить максимально. Accueillez les ressentis physiques. Примите вот эти вот ощущения физические, mentaux, ментальные, эмоциональные, те какие эмоции. Просто примите, немножко так дистанцировавшись. Qui sont présents à cet instant, которые вот сейчас, в этот момент присутствуют. Que ces ressentis soient agréables ou désagréables. Oui. Какие, неважно они. Приятные или немножко неприятные. Sans juger, не судя о них, то есть не выдавая какой-то оценки. Prenez conscience du souffle. Теперь осознайте то, что вы дышите, дыхание. Du souffle naturel, натурального дыхания, то есть естественного. Sans rien changer, ничего специально не меняя, вот прям так. Inspirez lentement, expirez doucement. То есть медленно вдыхайте и выдыхайте. Prenez conscience du corps qui respire. И потом осознать, что ваше тело дышит. Вот так вот прям осознать, что ваше тело меняется в дыхании. Des mouvements dans le corps qui respire. Все движения, которые происходят из-за дыхания. De votre poitrine qui monte. Движение вашей груди, которое поднимается тоже из-за дыхания. Это первая часть текста, всего будет три. Дальше. Permettez que le souffle s'apaise. Позвольте вашему дыханию успокоиться. Essayez d'inspirer par le ventre. Попробуйте вдохнуть животом. Знаете, как живот так надувается? Inspirez par le ventre. Créez-y de l'espace. Создайте там какое-то вот такое пространство. Пусть там будет широко. Вообще очень полезно, когда очень много разных мыслей, особенно каких-то очень сильно неприятных, сосредоточиться на теле, потому что тело, оно действительно, оно отдельно от наших мыслей. И вот когда мы пытаемся какие-то сделать манипуляции, расширить живот, там, постучать по телу, чтобы вот почувствовать, что вот какие-то происходят движения вообще, мы на этом концентрируемся, и нам становится легче. Так что надуйте самый большой живот, создайте там какое-то пространство, и дальше будет «voilà». Puis créez de l'espace dans votre cœur. И потом свое сердце почувствуйте, чтобы тоже его широко прям таким большим сделать, чтобы у вас там что-нибудь болело. Дальше. И дальше. Votre souffle naturel. Я пытаюсь тут убедить. Ваше дыхание естественно. Vous êtes calme. Вы спокойны. Vous ressentez de la sérénité. И вы должны в этот момент почувствовать такое умиротворение. Sérénité. Я буду медленно говорить. Будет музыка, будут паузы. Дальше. И убеждаю. Vous êtes calme. Вы спокойны. Votre tête est libre, ваша голова свободна. Votre visage détendu, ваше лицо расслаблено. Votre cou est détendu, ваша шея расслаблена. Дальше начинаю просто части опять называть, уже без détendu, а просто. Votre poitrine, votre ventre, vos jambes. Опять все перечисляю до конца. Дальше.
И опять я вас убеждаю, vous êtes calme, надеюсь, вы мне поверите, и буду с вами дышать. Vous inspirez, vous expirez, вы вдыхаете. Дальше. И потом уже история идет. Эту историю прям нужно продумать, вот вам действительно представить. Vous imaginez autour de vous toutes les personnes, tous les animaux que vous aimez. И вы вокруг себя должны, вот вы себя представляете, и вокруг вас все люди, все животные, которых вы любите. Я, например, очень люблю Фунтика, так что в моих медитациях он будет присутствовать, потому что он мне дает опору. Так вот, представляете всех, кого вы любите, вокруг вас, ceux qui sont en vie et ceux qui ne le sont plus. Те, кто в жизни, и тех, кого больше нет. То есть те, кто жив, и те, кто не жив. Дальше. Vous êtes tous dans la même pièce. Вы представляете себя в одной комнате. Вот все вы сидите, сидите, стоите, что угодно делаете, как угодно представляете. Какая угодно это может быть комната, она должна нести тепло, радость, умиротворение. Cette pièce est très belle. Эта комната красивая. Вот по-своему представляете, что вам там нравится, чтобы вам главное было от этого представления тепло. Très clair, очень она светлая, обычно такое светлое, но если у вас вдруг по-другому, представьте другое. Avec des plantes, с растениями, мне почему-то кажется, что должны быть растения. Но это вы сами представляете. Tout le monde est très heureux. И все очень счастливы. И последняя часть, смотрим с вами. Это vous vous approchez de chaque personne, vous l'embrassez et vous dites que vous l'aimez. И вы должны по очереди представить, что вы каждому человеку подходите, его обнимаете и говорите, что вы его любите. Вот прям каждому. Собачке своей подходите, кошечке, к дедушке, к бабушке, к дяде, ко всем своим друзьям. Если есть коллеги, которых вы любите, тоже их представляете. Вы всех их обнимаете, целуете и представляете дальше, что tout le monde vous embrasse, иди. И они все вас тоже обнимают и говорят, что они вас любят. И вот должно быть такое абсолютное ощущение такого тепла и любви. И, в общем, votre cœur se remplit d'amour, ваше сердце наполняется любовью, vous ressentez du bonheur, вы чувствуете такое счастье, du calme, спокойствие, и de la douceur, и нежность. Это очень важное чувство, которое мы должны чувствовать просто каждый день. Нам оно помогает дальше двигаться. Vous sentez la gentillesse, и вы чувствуете такое тепло, вот любезность вообще-то дословно, но нет, это доброта, я бы сказала. Вы чувствуете доброту и дружбу по отношению к себе самим, то есть тоже это важно. Вы не только всем любовь посылаете там, вы к себе эту любовь тоже направляете, и дружбу, и прощение. И pour ceux qui sont autour de vous, те, кто вокруг вас, всем. Sentez que vous êtes regardé par des yeux gentils. Почувствуйте, что вы окружены добрыми взглядами, то есть без каких-либо упреков и так далее. Plein de compassion, терпение, сочувствие вокруг этих вот из этих взглядов вы можете почувствовать. Permettez-vous d'être touché par cette gentillesse. Позвольте себе быть тронутыми этой добротой, то есть у вас должна быть какая-то эмоция родиться. Ensuite, cette compassion qui émane de ce regard bienveillant. Это сочувствие, которое излучается из этих взглядов очень добрых и желающих добра. Почувствуйте это, ressentez cela, то есть вы прям должны это прочувствовать, и там будет пауза. Дальше. Rappelez-vous que tous ces regards sont au fond de vous. И вспомните, что все эти взгляды, все эти эмоции, которые вы сейчас во время медитации возродили в себе, они внутри вас. Tout est disponible en vous, все в вас доступно, то есть все всегда под рукой, quand vous en avez besoin. То есть все можно найти в себе, любое чувство, любую силу, любую опору. И observez ces ressentis, еще раз пронаблюдайте за этими ощущениями. Prenez votre temps, никуда не торопитесь. Prenez votre temps, tout votre temps. И там будет фраза, что прежде чем выйти из медитации, и почувствуйте, что все вас любят. Я вот здесь уже, когда читала, добавила, что все вас любят, и вы любите всех, и любовь повсюду. L'amour est partout. Voilà. Надеюсь, вам понравится эта медитация. Напишите, пожалуйста, как у вас все прошло. И я вам желаю самого хорошего дня. И мирного неба над головой. Увах! Prenez conscience de tout votre corps. Votre tête. Votre cou.
ventre. Vos genoux. Vos pieds. Votre ventre est doux. Le corps est sans tension. Accueillez les ressentis physiques. Mentaux. Émotionnels. Qui sont présents à cet instant. Que ces ressentis soient agréables. Peu agréable. Sans juger. Prenez conscience du souffle. Du souffle naturel. Sans rien changer. Inspirez lentement. Expirez doucement. Prenez conscience du corps qui respire. Des mouvements du corps qui respire. Des mouvements de votre poitrine qui monte. Permettez que le souffle s'apaise. Essayez d'inspirer par le ventre. Créez-y de l'espace. Puis, créez de l'espace dans votre cœur. Votre souffle est naturel. Vous êtes calme. Vous ressentez de la sérénité. Vous êtes calme. Votre visage est détendu. Votre cou est détendu. Votre poitrine. Votre ventre. Vos jambes, vos genoux, vos pieds,
вопрос от Кяльма. Imaginez autour de vous toutes les personnes, tous les animaux que vous aimez, ceux qui sont en vie et ceux qui ne le sont plus. Vous êtes tous dans la même pièce. Cette pièce est très belle, très claire, avec des plantes. Tout le monde est très heureux. Tout le monde sourit. Vous approchez de chaque personne, vous l'embrassez et vous dites que vous l'aimez. Tout le monde vous embrasse et dit qu'il vous aime aussi. Votre cœur se remplit d'amour. Vous ressentez du bonheur, du calme, de la douceur. Vous sentez la gentillesse. L'amitié pour vous-même et pour ceux qui sont autour de vous. Sentez que vous êtes regardé par des yeux gentils, pleins de compassion. Permettez-vous d'être touché par cette gentillesse, cette compassion qui émane de ce regard bienveillant. Ressentez cela. Vous aimez tout le monde. Tout le monde vous aime.
ses yeux sont heureux de vous voir. Rappelez-vous que tous ces regards sont au fond de vous. Tout est disponible en vous quand vous en avez besoin. Observez vos ressentis. Prenez votre temps. Tout votre temps avant de sortir de cette méditation. Respirez lentement. Inspirez doucement. Expirez doucement. Gardez en vous ce sentiment d'amour pour la journée qui vous reste. L'amour est partout.